Непревзойденный по психологизму ряд поздних рембрандтовских автопортретов начинается еще раньше, и открывается он венским автопортретом 1652 года. Именно в этом автопортрете Рембрандт поставил перед собой задачи исключительной сложности и монументального размаха. По замыслу этот автопортрет очень напоминает амстердамский рисунок 1650 года. Художник и здесь изобразил себя в рабочем костюме, стоящем в такой же позе, с заложенными за пояс руками и мужественно поднятой головой. Но в отличие от рисунка, в венской картине воплощена не столько прочная, несокрушимая позиция художника, сколько его духовная сила, его острая проницательность. Все в этом портрете содействует впечатлению спокойной силы, и постановка фигуры, сдвинутой чуть влево от оси картины и срезанной рамой ниже пояса, и широко расставленные руки, локти которых заходят за боковые края изображения, и в то же время, как пальцы с нервной силой сжимают пояс, словно придавая устойчивость фигуре, и широта живописной манеры, особенно выразительно окруженное темным кольцом берета лицо. Оно полно значимости, глубокие складки над переносицей и строго фиксирующие зрителя пристально устремленные на него глаза придают всему облику Рембрандта некую могучую сосредоточенность и проницательность, и озабоченное, в то же время воинственное выражение. У немецкого искусствоведа Рихарда Хамана в его монографии о Рембрандте есть прекрасное образное сравнение, характеризующее этот автопортрет. Как будто он приходит на какое-нибудь собрание, участники которого только что шумом и хохотом издевались над ним. Он ходит, и внезапно все замолкают и поднимаются со своих мест. И действительно, первый венский автопортрет может быть назван самым величественным из автопортретов Рембрандта. Он воспринимается как самоутверждение художника в период, когда над ним все более сгущаются тучи.